Всем привет! Сегодня соберем кубик 3 на 3 на 3 зеркальный. Собирается он точно так же, как и простой кубик, теми же формулами. Поэтому те, кто не умеет простой кубик собирать, я не думаю, что стоит начинать с такого куба. Для начала мы запомним. Смотрите, например, нижний ряд самый широкий, потом средний и маленький. Я предпочитаю начинать с большого ряда, с самого большого. Сначала находим самый большой центр. Смотрим. Этот центр не может быть меньше других деталей. Наверное, это вот... Вы же видите, вот этот меньше. Вот этот меньше. Тоже меньше. Это самый большой центр не может быть меньше. Где же он был, я его уже потерял. О, вот он. И к нему будем подставлять реберные элементы. Реберные элементы отличаются тем, что имеют только две наклейки. На угловых три наклейки. Вот, подставляем одно из ребер такой же по высоте, чтобы было. Вот она. И будем подставлять другие ребра, но мы это первое ребро сразу ориентируем вот с этим центром. Смотрим, чтобы оно было в одной плоскости. То есть, смотрите, вот здесь оно будет выпирать. Ой, неровно, и здесь неровно. И здесь неровно, а вот с этим вот, значит, оно у нас стоит на своем месте. И ищем другие три ребра. Вот. На своем месте. Вот на своем месте. И вот здесь тоже встала на свое место. Теперь у нас получился правильный крест. И собираем угловые элементы нижнего ряда. На угловых элементах у нас уже по три наклейки. Вот мы поставили одно. Один угол вровень с ребрами. Ищем сюда. Тут будет самый большой. Это, наверное, будет вот это. Нет, вот все-таки вот это. И последний угол нижнего ряда.
Вот, у нас собран нижний ряд. Теперь будем расставлять реберные элементы среднего ряда. Вот смотрите, вот оно подходит по высоте вот с этим, и там его вот сюда вот опустить надо. Теми же формулами, как и на кубике 3 на 3. Вот оно встало на свое место. Смотрим дальше. Вот состыковалось по высоте, и мы его будем пускать вот в эту сторону. Два ребра собраны. Вот смотрим по высоте и опустим его вот сюда. Готово. И последнее. Вот, будем пускать налево. Центральный ряд собран. Смотрим здесь. Вот у нас есть угол. Нам нужно развернуть, чтобы они тоже легли в одну плоскость. Как и в кубике 3 на 3. И еще раз. Вот у нас получился крест, но только две детали на своем месте, эти надо поменять. Вот у нас крест на своем месте. Теперь располагаем на свои места угловые элементы верхнего ряда. Вот, похоже, вот это на своем месте. Так, еще раз. Вот они все на своих местах, только развернуты. Ну, делаем пиф-пафы. Все то же самое. Заканчиваем пиф-паф и проворачиваем. Встал на свое место
Заканчиваем и проворачиваем для следующего. И последний. Все. Кубик собран. Ставьте лайки. Спасибо за внимание.